Итак, произошла сегодня профилактика очередная. Новый ивент запустился, убить монарха огня Блейза. Опять же, он в городе берется, как до этого. Подходишь к вендору, к специальному, и тебя переносит в раскаленные топи. Тут надо убить монарха огня вот этого и битва в раскаленных топях. Это надо убить какое-то количество мобов, а ну 3 моба тут надо убить, ну чем-то на крепость орков похоже. Я на нее, кстати, не ходил, мне что-то уже впадло туда ходить, 81 уровень. Ищу пати, вот я не знаю, тут надо в пати типа это делать или нет. Вообще-то в 21.00 стартует, но заход можно за 10 минут до старта совершить, то есть в 20.50. Это получается первый вообще, вот только с утра сегодня было техобслуживание, а сейчас 8.53 вечера. То есть это первый, вообще первое убийство Блейза будет. Не знаю, что там за босс. Тут интересно, зона ПВП или как? Я смотрю, вроде дерутся. ККшники заебали, я не знаю, надеюсь, тут хотя бы не достанут. Я как бы мирный, так сказать. Тут вроде пати все ищут, ну давайте в пати. Кому-нибудь покидаем пати. Ну, за рамкой это не видно, а я сейчас пати проскидываю. Ну и подключусь тогда через 5 минут, как стартанет. Так, вот мобы пошли. А, ну это лава, просто мобы называются лава. Вот сейчас я попробую, чтобы чуть получше качество было. Хотя хрен оно получше будет, все равно будет лагать. Убить адепта Блейзу лавы. Ух ты, это квестовый квест оказывается. Квестовый квест, ну да. Клановый квест. Ну, тут, в принципе, надо трех мобов убить и самого босса. Ну, в принципе, я надежд не питаю, не питаю, то есть обычно, как обычно, печеньки выпадут с этого, с босса, с босса. Как обычно, будут печеньки. И главное, вежливую охоту не забывать выключать. Кстати, вот когда Баюм был, ивентовый, вот Баюм сильно дамажил. А вот тут вот посмотрим, сложный босс будет или нет. Я до хрена умирал на самом деле. Мобы то там, то здесь спамятся. Руками придется немного поиграть. Одного моба мы только убили. Надо еще два. Да, трансфер сегодня был. Рейтинг прям переменился. Ой, я только что был в 93-м, уже 94-м. Сдвинули немного топов, которые раньше тут были. Земля затряслась, наверное, босс сейчас прокнет. Есть этот 76 уровня. То есть вообще вот эта фигня на 76 запускается. Ну, квест, вот это вот вход на эту квестовую локацию, он 76. Не одеваются мобы. Да, фигня какая-то, только один моб и все убит. И дальше не двигается. Ну офигенно, что только одного убили.
Я подозреваю, что у них забаганное, как обычно, все. Вполне вероятно, что забаганный этот поезд. Вот он, кстати, Рейк-босс. Монарх огня. Почти убили его. Надо быстрее. Еле успел, никакого найти не мог. Пиздец, конечно, лагает. Ну так, босс вроде ничего особо не делает, не дамажит. Офигеть просто. Я как бы нифига на мониторе не вижу, просто слайд-шоу сейчас. Просто слайд-шоу. Ну, по полтыщи ему дамажу. Готов. Фонарик какой-то. А, тут фонарики вот эти поспавнились. Ну вот, монарха убили. Сейчас посмотрим, что там дадут. Что-то падает. А, тут эти ресурсы какие-то падают. Ну что, все получается? Купоны на заряды души, они мне нахрен не нужны, они их у меня дофига. Ладно, наливаю тогда из пати. Сейчас посмотрим, что же выпало. Вот он, лутбокс. 10 печенек, ну, в принципе, что я ей сказал. Круто. Что-то я другого почему-то не ожидал. Новые лутбоксы опять появились. И, разумеется, Зель монеты. Вот такие есть, короче. Тут за 10 эль монет. Так, сейчас. Вот. И за 10 эль монет, но они для уровней 75 и ниже. Хитро придумано. А есть за 100 монет. Вот они нормальные, они уже выше уровня. Но я не собираюсь в эту игру донатить, как бы ничего больше. По крайней мере на этих серваках пока. Так что мне похер, что там сколько стоит. Пусть они, блядь, с игрой разберутся сначала. Ну такие типа. 30 сайхи. 30 шквалов и 5 зелий пополнения. Только непонятно, зачем шквалы сайхи вообще нужны. С ними же сайха быстрее сгорает. Я уже давно не из свитки опыта не узнаю не сайху. Только когда у меня залучена эта сайха. Персонаж, кстати, все тот же берсерк, что и был. Разумеется, без никаких улучшений нет, как он, в принципе, был. Так и остался. Только из рандом крафта вытянул рукавицы величия, легкие навыки не говорил. Так, в принципе, больше ничего.